Доброе утро, дорогие товарищи! В начале программы короткая сводка новостей. Вчера на совместном заседании Палат Верховного Совета на пост председателя Президиума Верховного Совета был избран генеральный секретарь ЦК КПСС Горбачев Михаил Сергеевич. Пост заместителя занял Лукьянов Анатолий Иванович. Вашингтон. В повестке нового раунда советско-американских переговоров с участием товарища Шеварднадзе и госсекретаря США Джорджа Шульца подготовка встречи в Верхах в Москве между Михаилом Сергеевичем Горбачевым и Рональдом Рейганом. В преддверии встречи министры иностранных дел двух стран рассмотрят также проект договора между СССР и США о сокращении наполовину стратегических поступательных вооружений. Ерінші қыт ойады. Әйтпесе, 5 минутта келіп өзім қытықтайым. Жарайды. Медет, тұра ғой балам. Тұр мектепке еш шық боласын. Тұр енді. Сабыр, бұнда кел. Категорически. Плохо. Почему? Потому что у вас есть рифма, но нету идей. Просто набор слов. А слова, дорогой мой, должны рождать мысль, идею. Заставлять читателя думать. Бояться, в конце концов. Ертерек жіберетін шығар, а? Жұмысқа үлгересің бе? Қойымдам үлгерім. Сендер сау жіберіп өзім Нұрланмен жетіп қалар.
доберитесь точки сбора. Взять только необходимые вещи. Повторяю, объявлено. Бір жерден екінші жерге айдап, халықтан мез қылды. Сабыржан, шыдайық. Бәрібір ештеңе істей алмаймыз. И все, что у нас есть, это слово. Но как много мы можем сделать этим инструментом? Если в слове заложена идея, мы можем почти все. Заставить человека пойти на поступок, обезоружить врага, даже убить можем. Слово – это действие. Гульсара, байхал жүрінгер. Балам, анаң жанында бол, жарай ма? Жарай. Молочек, а? Когда все это закончится? Вот знаете, кто вы? Вы же враг народа! Дядь Петя, все нормально? Останься, что делаешь? Муж тебе в отцы годится. Тихо. Извините, пожалуйста, извините. Сабыржан, хотите мы вас? Кеттік. Хотите, чуть-чуть. Казахстан, ты огромен. 5 Франции. Без Лувров, Монмартров уместились в тебе все бастилии грешных столиц. Ты огромной каторгой плавал на маленькой карте. Мы, казахи, на этой каторге родились. Мы прошли испытания дымом костров и копытами. В переулках ночных испытания горлом ножом навсегда испытали. Вербованными чернозем радость радия и тяготение земное испытано. Вся земля в проводах, космодромах, гектарах и станциях. Если дождь — это ливень, а ветер — так суховей. Своих все испытавших страна назови казахстанцами. Своих самых испытанных преданных сыновей. Мы твои однолюбы, мы бережем, не глотая. Право зубы не стиснуть, но выдержать. Право кричать широтою степи, высотою хребтов Алатау. Глубиною морей, глубиною могил не молчать. И смеются у нас и земля, и трава мягка. Вольный Киев на станциях, ай, балалайки, Калуг. Ах, песчаный суглинок качает скалу. Ему тоже песчаному хочется под лемеха. Поле дикое, хлебное поле, время настало. Если мир не тоскует, и ты, Казахстан, не грусти. Мир испытан тобой, Казахстан, если можешь, прости. И да здравствует запрещение испытаний. Ну-ка. Ну-ка ты давай. Ох. Спасибо, дядь Петь. Вот. Это пример. Но можно и получше. Олжас Омарович. Да. Вы меня, конечно, извините, но этому примеру уже 15 лет. А изменилось
Что ты хочешь сказать? Хочу сказать, что время меняется. Как говорится, new wave. Сейчас действия нужны руками. А слово — это лишь передача ощущений. Сейчас для поэта нужно... Пошел вон! Что? Что слышал? Уходите, молодой человек, из моего кабинета. На всех точках подтверждают готовность. Мы готовы к началу испытаний. Начинайте. Постарайся побольше пить жидкости. Желательно молоко. Не переживайте, все будет хорошо. Сауржан. Алло. Вот зилатын жарғанға ұқсайды. Жарылсын күшін сүлкінсі арқылы анықтайтын болғамыз ба? Данагүл, жеткен жеріміз ош шығар. Оны мұсы ғана. Нәнің жартысынан беретін болсаң жетіп қалар. Алшы. Данагүл. Алшы. Сенің отбасың бар. Артыңда ұлың келе жатыр. Ал деймін, ар ұятты ойлайтын заман емес ал. Данагүл, Советаевич осы айда дәрі келеді деген жоқ па? Сен оған сенесің бе? Айтқан сөзіне сенесің бе? Ең сорақсыз сол ғой. Отбасың мен науқастардың арасында таңдау жасау. Құрып кеткір біз ауруханамыз қой. Біз бұрын аурухана болатынбыз. Қазір құр сыртынан бақылап жүрміз. Ештеңе жасамай. Да. Что значит «да»? Начальник Симбалатинского полигона генерал-майор Головко слушает. Почему не докладываешь, Головко? Совсем расслабился там? Докладываю. Взрыв произведен согласно всем директивам. Все прошло в штатном режиме. Никаких сбоев не выявлено. Делаем замеры, по их результатам подготовлю отчет. Хорошо. Ждем. Готов к следующим испытаниям. Служу Советскому Союзу. Готовы,
кто тогда сделал? Что сделал? Вот и я хочу знать, что. А ты все вокруг да около. Так что давай-ка по делу, а? Ну? Прерву твою работу в товарищеский день. Сходи-ка на полчасика, проветрись, с победой. Разрешите идти? Да. Сонымен Берік Мұсаев. Жақсы оқитын боларсың, солай ма? Иә. Ата анаң сені мақтан тұтады, інің сенен үлгі алады. Ал атаң соғыс ардагері. Ал сен не істеп жүрсің? Не істеп? Ештеңе істеген жоқпын. Қалайш? Мынау парақшаларшы. Мұны кім таратты? Ең бастысы қандай мақсатпен? Бізде шығармашылық жастардың кездесу. Әдебиеттік. Шығармашылық бағытты талқыға саламыз. Не саған сенемін? Ал сен маған сенбей отырсың. Жастардың бас қосуы деймісің. Я. Жастардың шығармашылықпен айналысқаны ол өте жақсы. Онда мен сені бөгемеймін. Түсінбедім. Сонда кете берсін бола ма? Қазір. Жолдас Забедин келеді. Екеулерің әңгімелерің біткен соң. Сен боссың. Маған бірдеңе айтқым келді ме? Прекрасный регион. Здесь тебе и сельское хозяйство, и культурное наследие. Земля Абая, верно? Верно, Геннадий Васильевич. Верно. Больницы новые. Да, да. Дома культуры, опять же. Прекрасный регион, что и говорить. Так что считай, на все готовенькое приходишь. Что, не веришь? Нет, почему же? Просто голосования не было еще. А я зачем приехал? Проголосуют. Спасибо. Ты, когда дела принимать будешь, сам все проверяй лично, с тебя ведь потом спрос будет. Как восприняли мою кандидатуру в Алмате? Нормально. Возражений не было. Но ты не расслабляйся. У нас сегодня так, завтра этак. Так что старайся. Назарбаева хорошо знаешь? Нет, не так уж. Так он был против? Да нет. Но ты работай аккуратно. Все будут смотреть, как ты себя покажешь. Хорошо. Ну, пойдем, нас ждут там. Человек из народа, металлург, ваш земляк. Работал со многими из вас бок о бок многие годы. Его кандидатура на должность первого секретаря обкома не вызвала возражений в Центральном комитете и в орготделе ЦК КПСС. Поэтому, дорогие товарищи, предлагаю голосовать за кандидатуру Бастаева Кашима Бастаевича.
Кто за? Прошу поднять руки. Спасибо. Кто против? Воздержался. Единогласно. Ну что ж, Евгений Бастанович, поздравляю вас с новой ответственной должностью. Спасибо вам. Добрый день, товарищи. Во-первых, хочу поблагодарить вас за такое высокое доверие. И вам спасибо, Геннадий Васильевич, что поверили. А со своей стороны могу обещать, что все силы направлю на решение проблем области и служение на благо всему трудовому народу Советского Союза. Сені көрмейсің өмен, кісі қабылдап отырым. Қалай түсінбейсің. Уақытында ота жасағанымызда, ол кісіні аман алып қалар едік қой. Айтқалиев, шыққын. Әлде сізге әскери қызметкерлер, адам өлтіруге рұқсат қағазын берді ме? Мұныңыз барып тұрған хайуандық, есіңізде болсын. Ол кісінің өлімі сіздің мойныңызда. Сен не оттап тұрсың? Мен оттап тұрғам жоқ. Мен шындықты айтып тұрмын. Келесі жолы отаны өзім жасайым. Пошел вон! Ал сіздің мұндағы әрекеттеріңізді облздравқа жеткізем. И кто это такой бесстрашный? Эрик Христофорович. Реорганизация агропрома прошла уже 3 года назад, а никаких движений. Давайте уже начнем работать. Мы принимаем меры. Если ваши меры не обеспечивают рентабельность колхозов, значит, надо их реорганизовывать, ликвидировать в конце концов, а участки передавать другим колхозам. Думайте над вариантами. И что там по моему предложению о коммерческих банках? Отправили резолюцию? Тут такое дело, Рустам Абишевич. Какое дело? Геннадий Васильевич остановил инициативу. Что еще рано. Товарищи проголосовали тоже.
Значит, каждый день с 6 до 8 не опаздывать. У нас с этим строго перерыв на обед полчаса. В столовую внизу. Здравствуйте, Кайсар Маратович. Вот, Гуля заболела. Новенькую прислали. Здравствуйте, Лидия. Добрый день. А что с Гулей? Не знаю, позвонили из больницы, сказали перелом. А Лидия до этого у нас работала. В обкоме в Новосибирске 3 года, а до этого в райкоме в области. Характеристики есть. Не замужем, в партии состою. Меня больше не будет. Все вопросы перенесите на завтра. Говорю же, у нас тут как на вулкане. Неудивительно. Когда я весел, что не потребуется, все дают. Когда захочется унылых песен, мне их с великой радостью поют. Бываю рад, и все бывают рады. Я убегу, и все за мной в кусты. Когда в жару я вижу дно Урала, мне кажется, что все моря пусты. Потому, когда кочевье выманит все мое племя, я один пашу. Когда никто не смеет слова вымолвить, мне рот завяжут, я пишу стихи. Эх, если бы мне сказали: великий, прости людей, уже пора простить, мир будет счастлив от твоей улыбки, тогда бы я старался не грустить. Сказали возмущенные мужчины: моря полны водой, пока Урал не высохнет. Пока ты жив, мы живы, тогда бы я, клянусь, не умирал. Олжас Омарович, спасибо. Прекрасная поэзия. Но хотелось бы услышать что-нибудь из вашего нового, так сказать, неизданного. А то этот стих мы уже слышим лет 25. Уважаемые, я не знаю, как вас там. Алмаз. Уважаемый Алмаз, вы можете пойти в Академкнигу или любой другой книжный, там купить себе поэзию, которая вам понравится. Новую, сверхновую, даже сам издат. А здесь я читаю то, что считаю нужным. О, не ожидал. Здравствуй. Я преданный поклонник твоего творчества. Здравствуй, Лужики. Говорят, оно устарело. Так что среди моих почитателей в основном пенсионеры. Я себя к пенсионерам не причисляю. Ты владеешь словом. Ты убедителен. Может, тебе заняться чем-нибудь новым? Опять ты за свое. Да не хочу я во власть. Не хочу. Все это иллюзии. Почему иллюзия? Потому что над людьми властвует идея. Угу. Они готовы за нее бороться, умереть даже. Чтобы повести их за собой, нужна идея, в которую они поверили бы. Правильно. А у тебя что? Заводы рабочим, земля крестьянам. Извини, такой стих уже был, и я в это не верю.
Время меняется, мужики. И люди тоже. Вот молодежь. Ты знаешь, чего они хотят? А? Нет. И я не знаю. Так что извини, это все пустые разговоры. Была бы цель, мужики. Идеи появятся. Но вижу, ты устал, мужики. Поговорим потом. Гораздо судить себя. А не судимы будем. Почему? Да потому что судим только тогда, Богом наказуем. Тогда и судим. Тогда и все будет. Я что, Сакену-то говорил? Я верую, ты тоже верь. Земля на что? Главное, любовь. Но мы не можем понять друг друга. Почему? Да потому что у каждого своя правда. А как ты хочешь? Вот и получается. Балам бәрі жақсымыз? Жүрін бері еге керек. Сегодня иностранные и советские журналисты по приглашению Министерства обороны СССР впервые посетили стартовую площадку межконтинентальных баллистических ракет в Ивановской области. А теперь к международным новостям. Здравствуйте, Анна Николаевна. Это что? Это все, Сабуржан. Увольнение. Занесением в личное дело. Ты что вчера такое устроил? Меня ночью выдернули приказ оформлять. Правду сказал? Ох, ну разве ж так можно? У нас по новостям правду не говорят. А здесь так и... Это мы еще посмотрим. Вы за меня не переживайте, Анна Николаевна. Я ему такое устрою. Я всем все расскажу. Где Савитаевич? Кирилл Жаков. Сабыржан. Анагүл, мен жұмыстан себеп шығарандығын білесің бе?
Бұл әділетсіздік қой. Білем, білем. Қайдан көрдің сен әділеттілікті бұл жерде айтшы маған? Осылай күнімізді көрудеміз қой. Бүгін тағы да дәр-дәрмек тиілген пойыз келді. Қоймада дым жоқ. Түгін қалдырмай Курчатов қалып келді. Қайдан көрдің сен әділеттілікті айтшы маған? Мен оны бұлай қалдырмасын. Дана Гүл, мұндағы адамдардың дәрменсіздігін көріп, қоғысып қарап отырылмайын. Науқастардың өміріне деген немқұрайлықтан шаршадым. Өзінде жоқ ол. За последний месяц к нам в диспансер обратились 989 человек из ближайших сел. У большинства, в порядке 70%, выявлено острое нарушение здоровья. Налицо рост количества патологий печени и легких, кожных заболеваний, сердечно-сосудистых заболеваний. В 30% случаев рак крови. У детей в 60% выявляется лейкоз в острой форме. Данные подготовили? Да, все данные здесь по рождаемости детей с патологиями. Очень хорошо. Спасибо за подробный отчет, товарищ Хасбулов. Мы перепроверим, дополним данными из нашего города и передадим в облздрав. Товарищ Артюхов, если позволите, мы бы хотели сами... Серик Конопьянович, нам не трудно. Тем более и вы, и мы нацелены на работу во благо всего советского народа. Кешірім. Үй. Мен бүгін нан дүкеніне барған ғой. Сондағы әйелдер қаладағы барлық ауруханаларда орын жоқ. Лық толы. Адамдарды барлық облыстан әкеліп жатыр дейді. Бүгін гастрономда ет жоқ. Полигонның кесірінен ауылдарда су жоқ. Мал қырылып жатыр дейді. Гүля. Егер бәрі жақсы болса, мұндай әңгімеде шықпас еді қой. Сонымен не айтқың келді? Мүмкін бәрі саған айтқандай жақсы емес шығар. Гүля. Кешірім. Мен білем, Геннадий саған сенеді. Бірақ оның өз мақсаты бар. Сен көп нәрсені біле бермейсің. Өйткені олар саған баршындықты айтпай өтір. Жарайды. Бостаев слушайды. Кешірім, Бостаевич. Это Назарбаев. Хотел лично поздравить вас с назначением. Верю, что сможете с душой послужить во благо всей семьи Платинской области. Нурсултан Абишевич. Очень приятно. Спасибо. Регион большой. Но непростой. Уверен, что справитесь. Буду стараться. Хорошо. Это правильно. Если возникнут какие-то проблемы или вопросы, можете смело рассчитывать на помощь Совета министров. Буду знать. До свидания. Всего доброго, Кешірім Бостаевич. Извините, я думала, вы на обеде. Все, уже ухожу. Не буду мешать вам работать. Ждет.
Саке, может, другой способ связи видим? Подумаю, Нурсултан Абишевич. Обязательно. Но не только мы за вами наблюдаем. Кто еще? Не наши. Выяснить точно пока не удалось. Нешин. Менің білуімше, аналар екі жағдайдан қауіптеніп отыр. Біріншісінде сізден қорқады, ал екіншісінде сіздің орныңыз керек болғанда. Бұл кімнің ісі? Геннадий ме? Жоқ, ол емес. Ол туралы хабар жоқ. Қазір жағдай қиын нұреке. Бас кетіп жатыр. Әркім өз орында қалу үшін жан таласуда. Сондықтан сізге басқа бір әдіс ойлап табу керек. Түсінікті. Түсінікті. Не үшін шақырдым? Қандай жағдай болса да жеткізіп тұр дедіңіз ғой. Собрание студенческого клуба? Иә. Таңертең сабақ кезінде. Ол корпуста ондай аудитория жоқ қой. Жастар. Құланып алған қой. Айтып шулай береді қой. Машины с лекарственными препаратами прибыли. Груз рассортирован на склады. Живой груз размещен в приемнике. Облздрав. Отчет подготовили? Так точно скорректирован, отправлен. А, и еще. Новый первый секретарь области вызвал вас завтра утром на бюро обкома. Ну, пригласил точнее. Это кто? Бостаев. Киширин Бостаевич. Окончил Казахский горно-металлургический институт с 1954-го член партии. По городу Семипалатинску были проведены профилактические работы и подготовка к зимнему периоду. В остальном в городе острых проблем не наблюдается. Работал секретарем парткома на Свинцово-Цинковом в Каменогорске. С 73-го по 85-й был секретарем Восточно-Казахстанского обкома партии. Затем председателем облсполкома. В Аксуате произвели реконструкцию дорожно-строительного полотна на 2000 квадратных километров. Реконструкция прошла в кратчайшие сроки. Ну, в общем, к зиме готовы. По характеру спокойный, уравновешенный, предан делу партии. Инициатив много не проявлял, в открытые конфронтации не вступал. По нашему району проблем не наблюдается. А ЯГОС рапортует о готовности к отопительному сезону. Успеваем все в сроки? Двигаемся по графику. Все неполадки устранены. То есть никто и ни о чем? Так точно. Ну, а что мне тогда к нему с позаранку бегать? А что у нас с районами, прилегающими к полигону? Товарищ Амединов, вы же по этому участку? Говорят, у вас проблема в животноводческом секторе. Скот гибнет, водоснабжение страдает. Ну, есть ряд проблем. Какие проблемы? Меры предпринимаете? Ну, что сказать. Честно, все наши попытки что-то предпринять упираются в Курчат и местное управление полигона. Вот она как. У начальника полигона, видимо,
Времени не нашлось нас посетить, да? Сабыржан! О, Сабыржан! Өзің білесің ғой. Бізге жұмыс көп. Савхоз сені жұмыссыз қалдырмайды. Оны ойламасаң да болады. Сен радиация туралы әлі ойланып жүрсің бе? Иә. Бекер ойланасың. Савхоздың төрағасы айтты ғой. Полигон бізден алыс. Радиация бізге дейін жетпейді деп. Сен сол төрағаның сөзіне әлі сеніп жүрсің бе? Әрине. Енді өтірікке сенген жеңілірек қой. Ой, Сабыржан, Сабыржан. Бастықтар көбірек білген соң айтады. Иә. Ха, айтпақша. Сабыржан. Сен Гүлсараға айттың ба? Нені? Что ты теперь не интеллигенция? Простой рабочий. Ерте келдің ғой. Неде? Не болып қалды? Басым ауырып тұр. Сол үшін ертерек жіберді сабақтан. Қайман қарар? Машина кетті, тормоз берді. Пип! Міне, ерте кетпейді. Сен таңғасы дұрышпен содан басың ауырып тұр. Киіміңді ауыстыр, сосын тамақтандырам. Жарай ма? Папаң жұмысқа кетті. Ертерек келем деген. Медет, кешке көлге барсақ қалай қарайсың? Медет? 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 Балам? Медет, көзіңді аш. Медет? Медет, көзіңді аш дейін. Медет! Геннадий Васильевич остановил инициативу. Говорит, что еще рано. Әркім өз орында қалу үшін жан таласуда. Сондықтан сізге басқа бір әдіс ойлап табу керек. Қалайсың, Дүйсен? Мы не знаем, что тебе КГБ замели. А ол жерден сен жайдан жай шықпайсың. Бәрін айтып бердің бе? Забербовали тебя? Ой, о чем, ребята? Шын айтам, ешкімге ештеңе айтқан жоқпын.
Сен ол жерде екі күн болдың. Саған қалай сенемсің? Ол жігітке сенуге болады.